что у меня в руках, у всех карманах и мечтах. Лучший гаджет всех времен – это мой крутой iPhone. Ты не смог купить его, потому что нищеброд. Посмотри, ведро смешон, он лопата, телефон. Позволь заметить, что Android – гроза всех мобильных систем. С нами Samsung и HTC, а ты что хотел? У нас гаджеты, виджеты прогрессивные. Дизайн Apple зомбирует людей. Новый iPhone мне дай! Засунь бедроид туда, откуда вылезло то, что называем дерьмом, и еще твои приложения так сильно глючат и тупят, что когда заблудишься, Google Maps тебя точно погубит. Чтоб ходить за хлебом в магаз, нужно 2 часа заряжать. Тебе ли не знать, ты живешь от сети, твою мать. Мол, внешний вид системы, он настолько убогий, будто делал его кто-то явно очень руконогий. Новый дизайн iOS, как твоей девушке грудь. Вкуса нет, он плоский, а стиль забу, но не суть. Ведь Тим Кук не испытал тех мук, когда Джоб смотрел с небес, сломал свой MacBook. Ты гик или хипстер? Зачем борода? Тут звонят из 80-х, спрашивают тебя. Но это все фигня, ровно как и iOS. Ricky Martin iPhone, у вас с ним что-то есть. Стоп, окей, поболтаем о компах. Ты тут точно проиграл, объясняя на словах. Юзают винду все, кому не лень. Но Mac намного лучше, не то что ваша хрень. А что ваш Mac из Калифорнии, брак? Моноблоки на OS X купит лишь дурак. Даже Обама барак не юзает ваш шлак. Вся система от Apple лишь один большой баг. iPhone, Nexus, Apple, Google, и ты хочешь сказать, что PC лучше Mac'а? Да не гони ты мне тут, смотри, не заплакай! Дизайн Билла Гейтса неповторим, давай-ка поподробней тут поговорим! Ядро NT подобен решту, ставить антивирус, вот это не пойму. macOS на Unix лучше, защита Windows словно в луже. Apple Watch, iPhone, iPad, куча хлама, источник бед. Если предлагают товар, скупите на разумный человек, скажет нет.